Где родился, там и пригодился. Как после обучения за пределами округа вернуться обратно на родину? Историю молодого преподавателя из Индиги расскажем в следующем сюжете. Под чутким руководством Любови Тороповой танцевальный коллектив школы готовится к концерту. Молодой педагог-организатор приехала в родной поселок из-за пандемии коронавируса. Но с первых дней работы в школе, которую когда-то окончила, Любовь поняла, что здесь она надолго. Мне очень нравится работать с детьми, мне очень нравится их отдача, мне очень нравится их энергия и их какая-то непосредственность. То есть изначально, да, детей нужно было курировать, теперь они делают практически все сами. У нас есть школа лидера, в которой мы изучаем различные, да, направления, это и медиа, это и организация мероприятий, то есть они сами учатся, да, ну и творческая деятельность. Сейчас Любовь Торопова создала перспективную команду. Десятки активных учеников, готовые свернуть горы для достижения результата, не только получают опыт и знания, но и учат самого преподавателя. Благодаря детям я узнаю очень много, так как дети у нас двигатель прогресса, да, они очень многому меня учат. Они учат меня, как общаться с людьми, да, ведь каждому ребенку нужно найти свой подход. И благодаря им я сама развиваюсь. Инициативные ученики вместе с Любовью Тороповой придумывают и создают интересные праздники, устраивают флешмобы и участвуют в конкурсах. Тоже бабочка сегодня не случайно. Елисей Выучейский – ученик 9 класса. Одержал победу в конкурсе «Индиго» в объективе. Парень давно увлекается монтажом, и создать видеоролик для него не составило труда. Живя на берегу Баренцева моря, Елисей, недолго думая, взял за основу местные пейзажи. Я презентовал видеоролик, который подготовил к фестивалю «Корешки». Я летом, получается, в июне съездил на Белую с братом. Мы фотографировали, делали видео, делали панорамы. Еще один призер – Злата Боброва, ученица 5 класса. Девочку всегда интересовал предмет природоведения. Именно поэтому она решила создать композицию из природных материалов специально для конкурса. Я заняла второе место в конкурсе по поделкам. Я сделала полярную сову. Я ее сделала из ракушек и сухих листьев. И это только начало. Впереди у ребят еще много интересных мероприятий, к которым они уже начинают готовиться. Василий Хтанзейский, Антон Ведряков, телеканал «Север», поселок Индиго.